Здравствуйте, друзья. Я вам покажу, как делать на верстаке вручную заготовку капельника. Капельника с усиком. Сначала правую сторону кровельным зажимом, с правой стороны и потом с левой стороны. Выставляем размер. На роликовом листогибе вот на таком роликовом листогибе выставляем размер 10 миллиметров. Вот здесь имеется шкала 1-дюймовая, дюймов инч. И вторая шкала — это миллиметры. Это роликовый листогиб фирмы Фройнд. Вот такой вот роликовый листогиб фирмы Фройнд. Вставляем здесь для капельника первый размер 10 миллиметров. Вот таким образом отгибается это все в сторону барашка черного. Не сразу, максимально он поднимает только 90 градусов, вот таким образом. Теперь в этом месте, где у нас с правой стороны у нас имеется вот такая вот, мы отогнули кромку 10 миллиметров, вот она. И теперь нам надо в этом месте сделать усик. Берем ножницы резные. Под резные ножницы у них лезвия имеют насечку, что удобно для наших работ. И здесь делаем усик. 8 где-то
миллиметра. Продолжаем нашу работу. Измерение выставляем на 10 миллиметров на сгиб. Сначала мы ее отогнем 10 миллиметров. Включаем наш зажим. Отбиваем ромку 10 миллиметров. Более пористый гиб можно с рамкой положить. Теперь этот 10 миллиметров мы выставляем.